Сегодня у нас пасмурный день. Это центр города Нес. Я собралась в магазин Теска. Вечером тут такая дискотека нереальная. Это у нас здание суда. Обычно здесь очень много людей, но сегодня почему-то закрыто. И людей не так много на улице. Осень все-таки ощущается уже. В этих домах, насколько я поняла, не живут люди. Это дома бутики, магазины, офисы. Такая мода ирландская. И как бы здесь даже не так шумно будет для людей, если вечером много народа. У нас вот в Астане квартира находится в жилом комплексе, где первые этажи также офисные и магазины. А еще рестораны, бары. И когда они открыты до 5-6 часов, точно так же на улице собираются, то это нереально для жителей, которые живут на вторых, третьих этажах внизу. Это все слышно. Поэтому здесь как бы у них более удобно, когда центральная улица. И многие рестораны, кафешки, которые расположены на первом этаже, находятся в нежилых помещениях. А это вот типичная ирландская остановка. И здесь нужно поднимать руку, чтобы остановить автобус. Вон автобус проезжает уже.